И в завершение любопытное видео из Ютьюба. Ролик про кота и Брундука стал хитом. За неделю его посмотрели 500 000 человек. Видно, как упитанный домашний кот несет в зубах маленького Брундука. Кошки любят поиграть с жертвой, но Брундук не смирился со своей участью, а напротив, напал на мучителя. Как заправский боксер, зверек нанес коту несколько резвых ударов в нос. Кот, не ожидавший такого поворота событий, несколько растерялся. Брундуку удалось выскользнуть из лап врага и скрыться. Кот, видимо, решил больше не связываться с агрессивным малышом.